Аграрии активно собирают урожай и запасаются кормами для скота. Обработали уже 10% полей. В ТО «Акниет Агро ИК» из Акжарского района приступили к уборке пшеницы. Кроме того, в хозяйстве выращивают такие сельскохозяйственные культуры, как ячмень, лен, чечевицу, кукурузу и другие. Всего в этом агросезоне засеяли порядка 17 тысяч гектаров. Итог работы земледельцев радует. Только на этом поле задействовали 13 комбайнов и 10 КАМАЗов. На сегодняшний день яровой сев в Акжарском районе составляет 287 тысяч гектар, из них 227 тысяч гектар – это у нас зерновой клин, 48,3 у нас масличный клин, и остальное у нас кормовые культуры разные. На сегодняшний день приступили практически 60% хозяйств к уборке. В связи с погодными условиями мы не могли приступить. Вот сегодня как бы массово начали убирать хлеб. Мы сегодня находимся на полях хозяйства «Акниет Акжар». На сегодняшний день вот на этом поле урожай составляет 25 центнеров с гектара. Вся пшеница третьего класса «Клейковина 26» имеется в хозяйстве и ХПП мощностью 36 тысяч тонн. В прошлом году руководитель ТО Марат Шапенов его модернизировал, что позволило улучшить условия переработки сельхозкультур. Тут находятся две сушилки. Целинная 40, мы его на 60 переделали. И ДСП 32. Мощность тоже 30 тонн в час. А это у нас 40 тонн получается в час. Мы за сутки можем просушить до 1500 тонн зерна. Сейчас идет с поля 15-16%. Просто бегло сушим и склады закладываем уже. На сегодняшний день уже хозяйство приняло 6000 тонн. В хозяйстве сегодня трудятся порядка 130 человек. Всего в Акжарском районе для хранения зерна подготовили 2 лицензионных элеватора. Это Талшинский и Даутский. Зерносушильное хозяйство также готово на 100%. Сейчас все зависит от погодных условий. Если не будет дождей, то и хлеб уберем в сроки, говорят фермеры. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК.